канабами и дамские пальчики подарят возможность собирать обильный урожай экзотических плодов. Внешне овощ напоминает перец, но его вкус похож на кабачок или баклажан. Нежные молодые плоды можно жарить, морозить, сушить, запекать, мариновать и использовать для консервации. Бамия дамские пальчики — это травянистые высотой 100 см. Цвет плода ярко-зеленые. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку.